Ни одно убийство нельзя оправдать. А когда некий псих начинает убивать людей, руководствуясь своими представлениями о высшей справедливости, это еще отвратительнее. Джой! Ронан, спаси! А ну-ка, не с места. Нет, только не ты, Рекс. Она тут совсем ни при чем, убегает. Еще как при чем. 300 лет мы казним ведьм, наводящих порчу на наш город. Туда, вниз, идем. Тех, кто заключил договор с дьяволом и обрел силу, которую обыкновенного человека быть не должно. Так же, как и ты. Не смей сравнивать ее со мной! Полегче, полегче. Руки вверх, живо! На помощь! Только не делай глупостей. Руки вверх, не шевелиться! Руки вверх! Быстро! Абигаль, стой! Ах ты, сука! Что ж ты делаешь? Не сейчас. Так это все была ты. Ты слишком близко подошел к разгадке. Ронан, сделай что-нибудь! Держись, малышка! Я сейчас. Все кончено, Бигай. Время пришло, Абигейл Уильямс. Ты проклятье Салема! И сейчас ты заплатишь за свои грехи! Не может быть! Что, хочешь залезть в мою память? Ну что ж, попробуй. Я знаю правду о твоей смерти. Но до сих пор ничего не знаю о своей. Так значит, меня убил Рекс, мой друг. Рекс был самым авторитетным. Самым уважаемым, грозным представителем власти. Конечно же он. Это точно был не Рекс. У убийцы Роуз были голубые глаза. Для каждой цели у меня был свой убийца, не один и тот же. Бакстер. А зачем ты убила Бакстера?
Я всех сначала использую, а потом убиваю. Особенно тех, кто подошел близко к разгадке. В той комнате я не был близок к разгадке. И я не один из убийц. За что ты убила меня? Нет. Я не мог. Нет, этого не было. Да я бы в жизни. Ты сделала меня убийцей. Ну ничего. Ты отправишься со мной. У всех в душе есть темный угол, иногда это очевидно, иногда нет. Если повезет, в этот темный угол никто не заглянет. Перед законом Райхс был убийцей, но закон зачастую слеп. А Джой все знает. Она ни за что не станет обвинять Райхса. И, надеюсь, поможет ему скрыть улики. Я одно могу сказать. Она гораздо лучше, чем я был в ее годы. Девочка достойна прощения. Она его заслужила. А мелкие правонарушения, которые она совершила, пока искала мать, на это даже самые суровые копы закроют глаза. Звонарь перестал убивать после того, как с Абигайль было покончено. Но его дело так и не закрыто. Воспоминания стираются, время лечит. Если повезет, Салем ждут лучшие времена. Смерть – расплата за все долги, так говорил мой отец всегда. И я в это верил. Но оказалось... Жизнь не кончается, пока все не исправишь. Пока не уплатишь все, что должен. До конца. Только тогда сможешь двигаться дальше. Ронан.